Ось так, з морозів, з теплих обіймів ми перейшли до пісні, послухали і такі, а хто ж це? Це, звичайно, що це Наталія Морозова. О, доброго! Добрий ранок. Добрий ранок. Дуже така качова пісня, під яку не хочеться морозитись, а під яку хочеться танцювати. 100%. Так, як ваші справи? Ой, справи супер. Начинается, понимаете, мой сезон. Скоро зима, я зимний человек. Так, до речі, ми вже спілкувалися у студії, що ви дуже любите зиму, не тільки через те, що там прекрасно, тому що у вас і там день народження. Про це ми вже поговорили, і ми ще хочемо поговорити про той момент, що серед ваших таких досягнень є заслужена артистка України. Нам взагалі просто не зрозуміло, як до цього можна прийти. Так, як можна було дойти саме до цього моменту? Ну, мені кажется, кожен артист йде до цього моменту. Це, ну, знаєте, це така... такой важный момент в жизни каждого артиста, потому что мы же работаем, как бы стараемся, да, мы отдаем людям свои эмоции, свои какие-то внутренние чувства. Когда ты выступаешь, ты постоянно живешь сценой, живешь людьми, живешь своими песнями, ты хочешь передать это все. И получается, что хочется что-то получать взамен. Понятно, мы получаем там и эмоции от людей, получаем вот эту вот энергетику, все это получаем. Но, понятно, звание это тоже очень важно для артиста, очень важно. Я в свое время очень много работала, скажем так, в благотворительных фондах и очень много давала концертов. Просто бесплатных концертов. Я ездила по детским домам, выступала. И как бы такой этап жизни, где-то лет 5, у меня был просто отдан творчеству, скажем так, безвозмездному. То есть я работала... Ну, чисто для эмоций, для таких людей, ну, я дарила, да. И мне было важно, потому что дети, которые в детдомах, для них тоже нужны подарки, им нужны эмоции, им нужно это все. И мне было как бы, знаете, у меня какой-то был, видно, такой период, мне хотелось отдавать себя вот прям вот так вот. И потом, в принципе, ну, я уже 15 лет, ну, как бы профессионально на сцене, и как любой артист всегда... Это подается, как бы, прошение, подается там все свои там какие-то достижения. И рассматривается, понятное дело, уже президентом и комиссией. И, как бы, если они считают, что ты заслужил это звание, то, понятное дело, они его присуждают. Знаете, цікавий момент взагалі. От коли, наприклад, ви отримали це звання, і момент того, що ви отримали визнання ось цих людей, ваших телеслухачів, взагалі слухачів. Аудиторії, можна сказати. Тобто, в оцих відчуттях. Це щось однакове, чи визнання, наприклад, ну, що ви такий артист, чи визнання аудиторії важливіше? Не знаю. Чесно сказати, це більше якась, мабуть, статусна така история. Но для меня это как бы не сильно там важно. И, да, получилось так вот, ну, хорошо, нет, ну, ради бога, я бы дальше продолжала работать. То есть, не вплынуло? Нет, конечно, не вплынуло. И это, наверное, ну, не знаю, как объяснить, но это круто, когда это есть, да? Но и без него можно жить, и без него можно работать, без него можно петь, без звания, абсолютно. То есть это главное, чтобы тебя любили, главное, чтобы тебя слушали. Вот. И для артиста это самое главное. От якраз про те, що щоб слухали і тебе любили, хотілося б запитати. Дуже багато артистів роблять якусь певну свою кальку на когось іншого, і тому вони не отримують свої якісь певні визнання. Скажіть, будь ласка, як стільки років вдається зберігати якийсь певний свій почерк, щоб ви виділялися серед інших артистів? Не знаю. Мне кажется, во-первых, нужно любить то, что ты делаешь, и гореть этим. Я вот на протяжении, да, 15 лет своей творческой жизни я не перестаю гореть. То есть у меня этот огонь, он всегда есть. Я люблю то, что... Так сказать, и вышли в ноль. Я люблю то, что я делаю. Я, ну, я не знаю, я живу этим, это моя жизнь. Для меня это очень важно. То есть вот это вот, наверное... и дает вот этот, да, как бы стимул идти дальше. То, что ты тебя приглашают, тебя слушают, ты работаешь, выступаешь. Ну, не знаю, если бы, наверное, этого не было, может быть, и, наверное, я бы... И, хотя не знаю, честно говоря, у меня бывают периоды, когда я думаю... Как-то я устала, да, вот что-то идет не так, как-то какие-то моменты, которые складываются не так, как я бы хотела. И ты замыкаешься в себе, но потом ты понимаешь, что этот момент пройдет в любом случае. Ну, за плечами столько всего сделано, столько было эмоций, столько было всего, что ну, нельзя просто взять это и перечеркнуть. То есть я не знаю, но для меня это очень важно. Ось дивіться, мені просто дуже цікаво, взагалі, знаєте, я коли слухаю артиста, у мене завжди такий важливий момент для мене, як артист себе презентує, тобто його ім'я, назва і музику, яку він випускає. Зараз прийшли перші морози, у вас виходить нова композиція. Чи це якось пов'язується з тим, що ви зимі віддаєте більше перевагу і більше створюєте цей період? Чи ви взагалі створюєте щоденно? Ну, вообще последние годы я, наверное, больше стала петь такие драйвовые танцевальные песни, да, вот. Запали. Ну вот мне хочется зажигать, мне хочется, чтобы люди веселились, мне хочется, чтобы получали позитивные эмоции. Да, я очень люблю лирику, я обожаю лирику. У меня там в первых моих альбомах очень было много лирики. Я безумно люблю петь лирические песни, но я понимаю, что лирика это круто, но все равно хочется такие для людей нести вот что-то светлое, чтобы люди, когда слышали твою песню, да, им хотелось как-то и потанцевать, и как-то вот внутренне себя как-то поднять. Ну и плюс еще, конечно же, важны тексты, потому что для меня, ну, это очень важно. Иногда можно спеть какую-то такую, да, легкую песню без особого там замысла, да, какого-то. Ну вот в последнее время вот, мне хочется какие-то такие смысловые песни петь все-таки. А это связано с периодом жизни? Ну, очень много каких-то моментов в жизни, которые происходят или со мной, или с моими близкими людьми, да, и я это вижу, и как-то мне хочется все-таки песнями передать людям, что можно, вот, можно жить по-другому, можно действовать по-другому, можно как-то перечеркнуть что-то, а войти во что-то новое, то есть... Вот и песня «Заново» как раз, она очень такая мотивирующая в плане того, что нельзя отчаиваться. Да, мы любим, и нам кажется, что если что-то произошло, то жизнь остановилась, и все, и на этом конец. Но я считаю, что жизнь — это крутая вещь, которая нам дана один раз, и поэтому надо получать... все от нее, не зацикливаться, не падать в истерики, не закрываться в себе, открывать свое сердце и идти навстречу любви. А любовь — это все, это двигатель всего. Поэтому эта песня как раз дает всем шанс начать с нового листа, с чистого, если что-то не складывается в жизни. Але ви енергетично, так класно розказуєте, аж... У мене таке відчуття, якби ви віддали всю душу, мабуть, в цю пісню, щоб глядачі або слухачі відчули цю енергію, яку ви щойно передали. Я вам хочу маленькую... Є такий момент? Да, є момент, тому що є маленька предісторія. У мене накануні, у мене моя подружка, дуже близька моя подружка, вот... У нее была одна жизнь, да, вот такая вот там семья, все у нее было там, но не было любви, там, чувств каких-то, они ушли или как-то вот так случилось. Про любовь мы сегодня уже говорили. И получается, что да, и получается, что вот буквально год назад произошла история, она встретила человека, с которым 30 лет назад у нее был роман, ну, то есть любовь была. И вы понимаете... Это не сценарий для фильма. Я вам честно говорю, я хотела... У меня есть мысль написать книгу, потому что это такая история, которая просто затронет любого человека. И у них семьи, у них дети, но они сошлись, и это просто было невероятно. И они поженились. Они начали просто с чистого листа опять, как бы вот, да, вот все перечеркнули, ту жизнь, которая была. Да, дети прекрасно, все прекрасно, но любить никогда не поздно. И я просто, когда услышала эту песню, я первый раз работала с этим автором, он показал мне эту песню, и я говорю: Игорь, это моя песня, потому что, говорю, я сейчас живу этим, мне все время в голове этот сценарий, я хочу написать книгу, там, то-то. Он такой: да ты что? И я когда ее спела, он говорит: Наташ, ну действительно, вот ты понимаешь, ты настолько ее прочувствовала, что я даже не представлял, кто ее может так спеть. То есть вот, вот понимаете, вот все оно как-то не просто так. Можна я задам ще одне запитання якраз про пісню? От ви ще не казали, що оце моя пісня, все клас, я хочу її подавати. Було у вас таке, що ви відчули цю пісню, написали, заспівали, вона вам дуже подобається, але аудиторія в цілому не сприйняла. Чи було такий момент? Так, звісно. Як ви почувалися в цей момент? Ну, конечно, есть всегда расстройства, как бы такие внутренние, потому что ты, наверное, чувствуешь эту песню, да, вот, люди, да, слушатели, которые тебя любят, они, не прониклись так от этой песни. Вот. Я, конечно, расстраиваюсь всегда, но потом я понимаю, есть песни, которые, как у нас говорят, проходящие. Такое бывает, это правда. Но не все песни могут затронуть людей, да, не могут быть хитами там. Но они есть, и кому-то они, как бы, да, все равно они нравятся кому-то, да, у каждого, даже под настроение, как я говорю, вот бывает. Я там не слушаю кого-то, да, какого-то артиста, но бывает такое настроение. Я случайно достаю, у меня, кстати, в автомобиле всегда лежат диски до сих пор. Я очень люблю все трогать, знаете, хоть у меня там... Я книжку, когда читаешь в интернете, вот правда, я и книги читаю, то есть я не могу читать там, да, вот аудио. И поэтому... У нас тут тройка таких людей, да. Вот, и я вот это вот, я диски достаю, там у меня целая куча каких-то... Я там что-то достаю, например, и я думаю, боже, я раньше бы этого так как-то, не знаю, что я его купила, а сейчас она мне как... Вот эта песня именно вот прям зашла, я слушаю, я могу по 10 раз вот перекручивать. То есть, наверное, какие-то периоды есть в жизни каждого человека, когда нужен какой-то другой материал, да. И все равно, как бы, эта песня не прошла зря, я ее выпустила, значит, она должна быть. Ви знаєте, на завершення нашого з вами такого атмосферного, класного, я б сказав би душевного. Так, і наповненого таким коханням інтерв'ю, а хотілося б, так знаєте, невеличкий бліц. Наступна пісня про кохання чи про дружбу? Моя? Да, те, що, знаєте, ви зараз відчуваєте. В принципі, кохание и дружба, они где-то рядом, правильно? Середина. Да, оно где-то, да, между дружбой и коханием что-то такое вот очень теплое. Потім наступне маю запитання. Все ж таки сольна кар'єра далі, чи шукаємо когось в дует, з кимось колаборацію? Ой, дует, честно говоря, это моя вообще любимая тема уже последние, наверное, пару лет. Я очень хочу дуэт, но как-то, понимаете, вот так просто хотеть... Вот можно, но надо, чтобы произошел какой-то момент. Для души это было, понимаете, для души. Когда ты вот почувствовал, с кем тебе этот дуэт, вот да, вот хочется сделать. И последнее блицевое запитание. Лиричная песня, чи все ж таки танцевальная? Я думаю, это будет такая среднетемповая песня. То есть и не сильная танцевалка, и не лирика такая глубокая. Это будет между. Так, вот чтобы стоять и легенько танцевать, занимаешься своими справами. На лайтике. Тепер маємо невеличкий спойлер. І мені здається, це вдалий момент, щоб завершувати інтерв'ю і залишати післясмак. О, післясмак класний. А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося!